Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал ModoFish. В сегодняшнем видео мы покажем технические трендовые фасоны платьев. Давайте вместе разберемся в данных фасонах платьев. Не забудьте подписаться и поставить лайк на нашем канале для продолжения видео о стиле одежды. Каргазе, который сегодня является одной из наиболее часто используемых тканей производства готовой одежды, представляет собой тип накрахмаленной ткани, которая тоньше марля. Ткань из органзы, сплетена из шелка или нейлоновой нити. Помимо прозрачности, он имеет более твердую и яркую текстуру, чем обычная шелковая ткань. А ткань из органзы, выделяющаяся своими резкими линиями, имеет драпировки. Из-за своей твердой структуры он в основном используется для придания резкости свадебным платьям или вечерним платьям. Шифоновое платье. Разные цветовые модели обычно предпочитают молодежь. Самое важное дело здесь в том, что он полностью отражает стиль человека. Шифоновое платье, которое предпочитает женщины, внимательно следящие за модой, предпочитает создавать следящие за модой. Шифоновых платьев разные длины и размеры, особого дизайна также идеально подходят для женщин любого типа телосложения с широким выбором размеров тела. Уважаемые зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и выключить звонок, чтобы не пропустить такие новые эпизоды видео. Напишите в комментариях, какой стиль одежды вы хотите видеть в следующем видео. Мы будем продолжать публиковать для вас новые видео каждый день. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!